Привет! Мы в Хорватии, в Дубровнике. Чтобы рассмотреть Дубровник, надо сделать всего 4 действия. Первое – подняться по канатной дороге над городом. Второе – прокатиться на катере по морю под старыми крепостными стенами. Третье – подняться на эту крепостную стену и обойти город по кругу. Четвертое – пешком прогуляться по старым улочкам и отведать вкусное блюдо в уютных кафешках. Это мы с вами и сделаем сегодня. Поехали! Ну и как вам Дубровник? Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик в правом верхнем углу. И тогда вы всегда будете получать наши новые видео первыми.